Всем привет. 14 марта. У меня просто нету даже карты, понял? Типа, чтобы даже стейки купить, даже сигареты. На улице сегодня солнышко. Иду собак кормить. Маршрутки. Собак кормить, иду на набережную. Супер такой. Народ есть. Народ есть. Развалочку такой пошел. Да, сегодня хорошо на улице. Солнышко. Ничего себе, такой трал так подошел близко. Рыбу ловит. Браконьер. Собачек не видно здесь у фонтана. Вода капуста как подросла, ничего себе, холода такие она подросла. ВКонтакте страничку взломали, уже рекламу какую-то там запустили от моего имени, сволочь. Поддержку написал, после 12 ночи могу зайти, пароль поменять.
солнышку не было в Ялте. Рыбаков нету. Вот Алушта меня вчера удивила. Чистенько везде так это убирается там. Смотрим температуру. 8 написано на градуснике. 21 минута третьего. Плюс 8. Что-то интернет вообще минуса показывает. Вот они. Прыгали сейчас на меня и вообще Рыжикову сейчас за это наказывает. Там он тоже прыгает, но он начинает первый прыгать, Рыжик, потом. Ну, дружок, здорово. Идем, дружок, сюда. На, иди сюда. Дружку корм насыпал, он не хочет есть, я в шоке. Что вы, офигели вы, что ли? Чё ты, Рыжик? Хлеб опять нашел. Прятать хлеб пошел. Хлеб прятать пошел. Ешь, дружок, чё ты? Кушай, кушай, давай. Ну, ешь в банке тогда. Так не хочет есть, только с банки ешь. Кондёр заработал. Живая? Рыжик, иди сюда. Иди сюда. Давай, кушай, давай. Что, наелся, что ли? Весь нос в песке у тебя, Рыжик. Не трогай этого дружка. Куда-куда коробку тащите? Получите. Рыжик, не трогай его. Стойка у тебя такая борзая. У тебя борзая такая стойка. Ешь, ешь. Ты же голодный вечно. А где барбосы потеряли? А? Барбосы где потеряли? Ешь, пантера, ешь. Рыжик по делам пошел, воды пить.
кушай, кушай, да. Ты толстый стал, слушай. А чего? А чего толстый стал? А чего? Рыжик, не косись на него. Ты же этот не доел, не доедай. Держатик. Держатик. Тебе нежелательно, мало ли что у него там на уме. Меня-то не знают. Может быть. Что у него там вот здесь вот в шкатулочке? Самому Богу только известно. Может, надумает что-то. Да, может, надумает что-то. Что он там думает, о чем? Мы же не знаем. О чем пантера думает? Пантера, ты о чем думаешь? Пантера. Наверное, я думаю, что не мог пузика почесать. Пантера, тоже линяешь ты. Ты тоже линяешь, Пантеркин. Да, чихает. Да вот никак щетку не найду. Вернее, не попадаются магазины собачьи. А вон тот. Это тот рыжик. Это рыжик наш. Ты же барбосик, срамно. А дружок куда-то убежал. А он дружок в тень лег. Дружок в тенек лег. Ну что, поел? Дружку еще предложу. Ну да, потому что он. Давай, покушай нормально хоть. Лиза, не надо! Давай! Лиза! Не надо кидать камни! Не надо! Дружочек, спокойно, песик. Нормальный такой. Не конфликтует ни с кем. Ну что, рассказывайте. Я понял. Сейчас домой пойдем. Иди, прощайся с пантерой. Скажи, пантера, не обессудь. Мне надо идти домой. Я пес домашний. Скажи, мне надо спать, кушать, отдыхать. С тобой, мол, тут горе хапнешь. Бля, как лезет в тебя волос, рыжик, я в шоке. Вся
вся квартира у меня в волосе. Помыл, а волосы еще больше стало. Волос теперь летает по квартире, понимаешь, Рыжик? Летает волос твой. Видите, Рыжик мой золотой. Уже день нету Рыжика. Все, и мне скучно. Не с кем поговорить. Руки грязные после вас. Ёпарасотейка. Ты Рыжик. Ты чуть камеру не свалил на пол. Соскучился хоть, не? Ну что, дружочек, он доел, молодец. Дай свою премию, а то он тебя выпивая забывает. Этот турки съебался, дурачок, блядь. Они отдыхать сюда на палубке дали. Ёбанка, документы забрал нахуй детек. Вот я у них назвал, что он взял на эти документы. Чем не забирал? Забрал. Собакам такой кайф сейчас. Они легли на песочке. Солнышко. Классно сейчас. Море чисто. Ну, это не страшно, они у меня кожаные. Вода холодная. Пойдем, Рыжик, домой. Да, пошли. Пойдем, мой золотой. Пошли. Дружок так на них смотрит, они прыгают, а вот он как-то так спокойненько сидит, наблюдает за ними. Ленивый, походу, ты, дружочек. В Лазаревском тоже дружок был, копия, как ты, такой же характер.
спокойный такой. Я никого не трогаю, меня типа не трогайте. Эту дрыну ты притащил, наверное, рыжик. Да? Ты притащил эту дрыну сюда. Только ты на такое способен. А не чуешь твоя грязная нога на моей куртке? Слышь, чувак. Здорово. Здорово. Ты знаешь эту собаку? Нет, я не знаю. Ну познакомься, его Рыжик звать. А, Рыжик? Да, а тебя как? Меня Марк. Марк? Да. Имя какое у тебя интересное. Прикольный. Марк. Ой! Он, вы думаете, только кого-то покусать? Да. Это пантера. Пантеру? Да, пантера его зовут. А вот, вот который лежит. Это дружок. Дружок? Ага. Погладь его. Ты же дружок, давай дружить. Смотри. Прикольный на вид. Как ты сказал? Прикольный? Да, на вид. Ну да, прикольный. Устал, да, устал он, бедолашка. Он всю ночь не спал. Ему мешают то дворники, то туристы. Вот он сейчас спит. Ты идешь домой, нет? Чертенок маленький. Чертенок. Рыжечка. Пошли в магазин искать щетку. Щетку надо купить тебе. Ты же полы не моешь дома. Все это делаю я. Если ты полы мыл бы, то было бы вообще замечательно. Еще и кушать готовил бы. И взял я тебе, Рыжик, курочку, гречку. Че, пятачок ты мой, блядь, пятачочек? А? Рыжики. Вот Рыжик его трепет, я в шоке. Шею, смотрите, ухват. Шею.
О, смотри, пантера как огрызнулся. Пантера. А, пантера что-то разозлился. Тащи палку, рыжик. Иди зарой ее. Это я подложил. Пантера, ты не обижайся на рыжика. Вот у него ревность такая. Ты пантерка. А ты пантерка. Что-то барбос так и не идет, пантера. Куда он делся? Молодой подписчик с канала про собак смотрит. Я, говорит, подписан на вас, говорит. Ну что, пошли домой. Или еще позагораем. Наверное, он еще не устал. Ну да, им тут хорошо сейчас. На солнышке-то. Домой ему особо неохота. Видите, вода какая чистая, вот сверху показываю. Видно, ну. Пошли, рыжий, домой, пошли. Идем, пошли. Пошли домой. Донаты прислали. Любовь Александровна. Здоровье. Волощук Людмила. Любовь Александровна главная. А на самом деле Волощук Людмила. Ольга Петровна. Привет из Тюмени. Привет, Тюмень. Светлана Борисовна. Ф. С уважением к вам. Взаимно. Лидия Львовна К. Александр Сергеевич С. Здравствуйте, для рыжика. Спасибо вам огромное, что уделяете внимание собачкам. А мы вот Кефаль все ждем. Когда же она придет?
холодно, вода холодная. Она хотя бы 12 градусов, что ли. Сейчас, наверное, 8, 7, 8 вода. Рыжий хлебушек кушает. С чернышом. Утки, голуби, чайки. Атмосфера клевая. О, выпрашивает хлебушек. Дайте мне, ну дайте мне, бродячие собачки, хлебушек. Че? Рыжик, вкусный хлеб? А, это рис у вас, да? Да, это рис. Ага. Вань, приходи, я напротив маяка. Выпрашивает. Рыжик, напротив, не стыдно. Напротив маяка. Я в шоке. На улице они все подряд едят. И хлеб, и что угодно. О, смотрите. Ну, нормально рис. Да, вот. Можно и домой теперь не ходить, да? Удивительная собака. Как они смотрят на вас. А это что, уже не хотите? Чё ты вымораживаешь? Кушай давай, вон. Вот это да. Чё, Рыжик, стыдно стало? Да откуда? Ну, вот. Пантера, вот, вот, кушай. Нет, выпрашивают прям. Головы подняли. Они с рук любят, что вы. Артисты. Ох, артисты вы. Рыжик, ты что, обиделся, что ли? Там голод такой. А вы здесь живете, да? Да. Так аккуратно ешь, чтобы не укусить. Ну да, они. Рыжик, что, слюня потекла? Рыжик, подбери слюню. Блестит аж на солнышке у тебя. Кожаный пятак, а? Кожаный пятачок. Пантера так аккуратно ест. Не могу. Смотрите. Второй пакет достали. О, блины. Ну нифига себе. Не, ну вот это я не соберусь. Да нифига себе. Да. Что-то сожрал. Другом не поделился.
Ничего себе. Вот это вам фартануло. Сегодня блинчики поели, рис покушали. А это что, не доедаете? Рыжик, иди сюда. Иди на. Ешь. Вот, вот. Рыжик, ну что это? С руки хочет. Может, голубя доедать. Нет, ну куда ты? Небо очистилось. Голубей гоняют такие довольные. А джип поет. Рыжик, идем сюда. Погодка вообще таз. Всю зиму дожди были, холода, а сейчас так клево. Чайки так каркают. Вода чистейшая просто. Как охота занырнуть. Ну, холодная вода. Ты не хочешь искупаться, Рыжик? А? Тебе надо научить этим летом купаться. Так дело не пойдет. Запах моря, шум волны. Что еще надо? Здоровья только не хватает. Сегодня проснулся, тела нету, одни глаза. Так страшно, блядь, такое состояние очень страшное. Не трогайте нашего Рыжика, пожалуйста. Пойдем, Рыжик, пойдем дальше. Здесь собаки кусаются. Пойдем дальше. Потихонечку гуляют люди. А вон тетя Нина пришла. Вон уже черныша кормит. Что-то без дяди Толя. А, дядя Толя рядом. Что-то я его не вижу. Рукой машет. Огромная чайка села на голову. Красного. Да офигеть, она сейчас пролетала над нами. Такие огромные крылья у нее. Ну что, все гнездились. Как вы детоль назвали еще сейчас, скажите? Мартын. Мартын? Да, Мартын. Они большие. Немножко нам оставила рыжий. Пошли домой, тетя Нина с дядей Толей. Дядя Толя так и на Маргейте. На Маргейте работает.
по нечетным числам. Приходи, говорит, я выйду тебя, говорит, заведу на корабль, да, поснимаешь, говорит, бесплатно, говорит, прокатаешься, говорит, 100 человек за день. Я говорю, о, нормально. Он говорит, кого нормально? Нет людей. Я говорю, так 100 человек для зимы. Он говорит, 500 человек должно для зимы быть, говорит. Представляете? Вороны, вороны. Головой так крутит, интересно так. Туда повернул, сюда, так что-то там кубатурит, что-то какие-то мысли в ней там в голове. А ты что, черныш, не трогаешь ворон, что ли? Удивительно. За голубями гоняетесь, ворон не трогаете. Идем, рыжик, на Приморский парк. С пляж сходим. Домой рано еще идти. Что-то как-то вроде, ну, все нормально, да? Солнце, блин, ну до того скучно, а? Черныш потихонечку крадется за нами. Жалко его. Чё, да что говорить? Я сам в этой квартире еле помещаюсь. Скоро расцветет платанчик. Огромный. Огромный платанчик. Ствол такой, я вообще в шоке. Я представляю, корни, наверное, до моря туда. Ну, погода-то чудесная. Погодка чудесная. Вернулся, пойду кофе возьму в этом ларьке. Слабый такой кофе. Вчера в Алуште. Это взял латте, короче, ну не в кафе, а там в магазине в каком-то за 70. Выпил его и поехал на троллейбусе. Как меня это нахлобучило, это латте. Крепко оказалось, что ли. Я еле доехал до дома, короче. Такой кофе, она слабенькая, а когда нормальное состояние, то дома то тоже я пью кофе, ничего, с молоком, а когда какие-то сбои в организме, начинаешь волноваться или еще что-нибудь, то даже слабый кофе может ударить по мозгам, короче. Поэтому вчера я в троллейбусе ехал 30 километров с Алушты, доелся неприятно. Да не прыгай ты, я с кофе. Блин, рыжик, что ты делаешь? Такой кайф они получают, гоняя голубей. Я в шоке. Прям такие радостные, прям несутся. Бедные голуби. Ну, воду вот наливают собачкам здесь. Молодцы. Смотрите, какая чайка сидит сейчас. Огромный вообще.
холод рядом, и чайки, видите? Следующее видео — приморский пляж. Тут длинное видео получится. Да она и так уже длинная. Да я уже не знаю, как что делать теперь. Снимать, не снимать. Я вообще в непонятке, блядь, если честно говоря.